Всем привет, с вами Lingua Show. Сегодня я вам расскажу о более распространенных словах, которые итальянцы используют каждый день в своей речи. Ставь лайк, подписывайся на канал, а мы начинаем. Allora. Итак. Allora. Cosa facciamo? Итак, что будем делать? Allora. Cosa facciamo? E poi, и потом, кроме того. E poi, cosa mi dici? Что ты мне скажешь? E poi, cosa mi dici? Comunque, в любом случае, все-таки. E comunque dobbiamo fare questo. И все-таки мы должны это сделать. E comunque dobbiamo fare questo. Stai tranquillo. Будь спокоен. Stai tranquillo. Non preoccuparti. Не переживай, не беспокойся. Non preoccuparti. Если эти слова тебе были полезны и ты не знал хотя бы одно из них, конечно же, поддержи нас лайком, подписывайся на канал, чтобы не пропускать новые уроки. И до новых встреч. Всем пока!